Привет всем! Более 6 лет уже заказываю в Китае, через меня прошло более 3000 разновидностей товара, и далеко не все удается заснять на видео и показать вам. Сегодняшнее устройство, если честно сказать, купил в магазине JD для продажи, но вытащив его из коробки, я понял, что об этом не может быть и речи. Оставлю себе. У меня в руках коробка с гибким и гнущимся, как зря, штативом, который обошелся мне по промокоду, ну, очень дешево. Правда, и сегодняшнюю цену в 6 баксов за него не жалко. Дело все в том, что я его уже открыл и испробовал для съемки. И мне от души понравилось это изделие китайских ремесленников. Уложил я штатив в коробку, сильно не заморачиваясь, хотя приехал ко мне идеально упакованным за 2 недели. Ну что ж, поехали. Вот такая вот шняга. Вот с такой вот штуковиной. Ну, как вы поняли, это для смартфонов, планшетов, видеокамер, кинокамер. Также можно закрепить и микрофон. Здесь такие мягкие штучки, которые не дают смартфону, телефону, микрофону выпасть. Давайте посмотрим, какое устройство можно закрепить реально вот этой вот лягушке. Короче, примерно 12,2 сантиметра. До 12. То есть даже смартфон, телефон, фаблет, даже планшет небольшой вы можете закрепить вот в этом вот держателе. Ну и сам штатив. Посмотрел на эту штучку, она была классно так завинчена. Вот так он гнется. Держатель крепления на столе. Я думал, ой, на столе не хватит. Она открывается, открывается и открывается. То есть вот это уже под обыкновенный стол. Смотрите, что происходит дальше. Ее можно закрепить вот благодаря вот этим вот резиновым, тут такие резиновые штучки. Можно закрепить и на дереве, и на столе, и, я не знаю, на чем угодно. И главное, размер вот этого вот закрепления, ну, очень велик. Посмотрите, Лен, какой можно размер. Я сейчас вам померяю. Ну и без этого вы уже видите, что здесь реально. Ну вот. Вот максимальный размер, который можно закрепить. Тоже сейчас измерю. Получается, можно закрепить на поверхности 7,5 сантиметра. Так, и сам штатив. Сам штатив гибкий, очень такой мощный. Ну, честно сказать, его можно использовать и в путешествиях, и где только угодно вам. То есть не брать с собой вот эту палку, селфи-палку. Вот, пожалуйста, и селфи-палка можно использовать, как зря. Он очень такой мощный. Вот. Дальше что происходит? Дальше отвинчиваем вот эту вот гаечку. Вставляем ее сюда. Одеваем шарнир, как шарик, вот сюда и зажимаем. Вот, она значительно держится, даже руками не проворачивается. Вот я его выпрямляю для вас. Можно как хочешь его использовать, его селфи-палка отдыхает. Вот, пожалуйста, его держите как хотите, как что. Так, длина этого штатива от его основания до самого держателя. Получается 67 сантиметров. А тем более у вас еще эта шняга вот эта вот откроется. Вот она. Ну, этого более чем достаточно для любых условий съемки. Я теперь буду спокойненько цеплять его на столе и снимать. Вот так вот, допустим, согнул вот эту вот хреновину. Пожалуйста, чуть-чуть открутить. Можно согнуть. Дальше сделать вот так. Вот, пожалуйста, и крепите его на стол и снимайте чем угодно. И главное, удобно брать с собой. Там, на выход, на природу, где вы только не снимаете. Особенно для тех, кто снимает на YouTube. Ну, честно сказать, вещь бесподобная, я обязательно ее себе оставлю. Если кому-то понравилось, то заказывайте по ссылкам в описании. Ну, а на этом все. С вами прощаюсь. Спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новых встреч!